знаете ли вы, как приобрести один плед или покрывало, а получить сразу два? Кать, научи, потому что я хочу научиться экономить. Ну, на самом деле, каждая хочет научиться сэкономить, и вуаля! С одной стороны, вы получаете яркий плед, со второй стороны, вы получаете необычайную нежность и мягкость, словно овечья шкурка. Очень нежно, красиво. Итак, по цене одной от 1999 рублей вы получаете не один, а два пледа, причем богатой фактуры. И сейчас мы представим вам ту цветовую гамму, в которой вы получите плед от полутораспального, а также двуспального до евроразмера. Итак, и у нас три цвета на выбор, что очень важно. Ведь таким пледом, посмотрите, у которого две фактуры, одна такая мягкая, нежная. Я безумно люблю, это длинноворсовый волсофт. А вторая сторона, это у нас короткостриженный волсофт, яркая сторона, три модификации. Первая модификация лилии. С яркими розами. Нет, вот этот цвет у нас заявлен как лилии. Лилии, но с яркими, а лилии здесь, лилии, конечно, присутствуют, и розы, да, и розы, и лилии, он, да, называется лилии. Итак, вот модификация лилии, такие изумрудные оттенки, очень богатые. Итак, вторая модификация, которую вы можете укрыть свой диван, свое кресло, модификация бабочки. Вот они порхают, бабочки на фоне черного неба. Посмотрите, почему на фоне черное небо? Ну, оно такое городское, городские сумерки очень красивые, одновременно и урбанистический стиль, и нежный, романтичный. Ну и третий цвет вы сейчас видите, там благоухают фантазины цвета фуксии, ромашки. Да, ромашки действительно необыкновенные, очень яркие оттенки. Вы сможете укрыть свой диван, укрыть свое кресло, использовать плед как покрывало. Но знаешь, Марин, когда у меня впервые появился такой плед, 5 лет назад, чуть-чуть больше 5, я его регулярно использовала со своей Ангелиночкой как одеяло. Ну, обычно, я бы сказала, расскажи немножко о своей дочери. Я знакома лично с дочерью Катерины, с Ангелиной. Это чудесная девочка, ей скоро будет 6 лет. И она действительно знает толк в текстиле и в пледах. Ну, скажи мне, пожалуйста, 5 лет назад, что сейчас с твоим пледом? Стало что-нибудь? Ну, сейчас... Сейчас нет, не стал, так, на самом деле он жив, здоров, все здорово, с ним замечательно, радует и согревает. А как вы его используете, Катя? Ой, мы, вот я говорю, что мы постоянно им укрываемся, везде стелим, мы используем как одеяло. Ведь посмотри, Марин, у нас он двухфактурный, я безумно люблю эту фактуру, это длинноворсовый велсофт. Она так на овечку похожа. Правильно, это имитация натуральной овечьей шерсти. Подожди, но если имитация шерсти, это получается, ну, понятно, со стриженной фактурой мы знакомы. А вот эта фактура, которая напоминает овечку, ты знаешь, я вспоминаю овечью шерсть, так она сминается, она накатывается, слеживается, она непрактична и, кстати, бывает аллергенной. Ну, абсолютно верно, я не просто так принесла, вот она, натуральная овечья шерсть. Да, посмотрите, узнаю, и она есть. Она мягкая, она воздушная, к ней приятно прикасаться, но... Давайте мы ее покатаем и посмотрим, что же с ней произойдет. Вуаля, посмотрите, все, она вышла из строя, она скаталась, и уже первозданного вида у натуральной шерсти и уже не ей будет. Такая пушистая. Выбрасываем это, а теперь давайте посмотрим, что будет с длинноворсовым велсофтом. Итак, внимание. Посмотрите. Абсолютно ничего не произошло, вот это, потому да, что длинноворсовый волсофт – это инновационные японские технологии, это самая нежная мягкость во всем мире, и это самая прочная нежность. Итак, вы видите сейчас цвет, который называется бабочки. У нас также есть цвет лилии с оранжевым цветом, и у нас есть модификация ромашки, вот этот розовый цвет, и у каждого из пледов
вы получаете две фактуры, по сути, два пледа по одной цене от 1999 рублей. Это овечья шерсть, ее имитация, причем вы видели, она не скатывается, а значит прослужит вам долго, а значит вы будете чувствовать эту нежность и наслаждаться, не беспокоясь о качестве. И подарит вам вот эти яркие краски, которые так необходимы нам осенью. Да, действительно, краски очень яркие, краски насыщенные, а нежность необыкновенная. К этому пледу хочется прикасаться снова и снова. Вы знаете, когда я впервые познакомилась с этим пледом, практически 5,5 лет назад, но тогда он был привезен, на самом деле, из-за рубежа. Так. И сейчас длинноворсовый Well Soft встретить в магазинах в России практически невозможно. Но я видела такой плед только с одной фактурой. В размере 120 на 180, то есть это маленький плед, просто укрыться. Он стоил 2500 рублей. Ого! Вы его даже не сможете использовать как покрывало. А наш плед двухфактурный, двухсторонний. Вы сможете использовать его как покрывало. Вы сможете использовать его как накидку и даже постелить на полу с легкостью, чтобы ребенку было тепло. Итак, вы получаете ковер, вы получаете плед, одеяло и, наконец, у нас размеры полутораспальный, двуспальный, евро. Давай покажем его во всей красе. Конечно, с удовольствием. Давайте покажем палитра. Во всей красе эти необыкновенные яркие краски. Смотрите, овечья, имитация овечьей шерсти, которая более практичная, яркие цвета. Кать, я в восторге от цвета. Я выбрала бы размер как раз евро. Но скажи мне, пожалуйста, вот эти краски, они не смоются? Ты знаешь, Марин, данный плед создан инновационным методом. Это японские технологии в мире текстиля. Используется импортный краситель. И я для тебя подготовила эксперимент. Присаживайся на диванчик. С удовольствием. Я, кстати, присяду на цвет, который называется бабочки. Рядом со мной лилии. Сейчас вот, ну, и ромашки. Закипит, чтобы все видели, что чайник у меня кипит. Покипятим пледик. Подожди, как это покипятим пледик, Кать? Так, вот так. 100 градусов температура у меня в чайнике. Посмотрите, он кипит. Но я не боюсь проводить эксперименты. Вот это да. Потому что короткостриженный Well Soft и длинноворсовый Well Soft — это самая прочная нежность в мире. Кипяток! Используется при создании только импортные, экологически чистые красители. Вы это видите? Используется уникальный метод крошения. Это активное крошение. За счет чего? Плед не линяет даже при температуре 100 градусов. Я вам это докажу прямо сейчас. Ой, посмотрите. А вода-то не окрасилась, и правда, смотрите. Идеально чистая вода. Белая, прозрачная, точнее, вода. Плед не полинял. Ну что ж, плед не линяет. Плед двусторонний. Кстати, а цвета не будут аллергенными, потому что такие стойкие? Абсолютно нет, Марин. Гипоаллергенный, безопасный плед. Вы знаете, я для своего ребенка выбираю только все самое лучшее. Он Гелина, этот плед появился, когда ей было полгода. Но вы знаете, я этот плед покупала вообще на самом деле для своей мамочки. Да, дочка забрала. Ей... Ангелина, когда прикоснулась вот к этой нежности длинноворсового Well Soft, она просто не отдала. Поэтому не упустите свой шанс. Это такая нежность, это такая мягкость. Поверьте, когда вы прикоснетесь к этому пледу, вы его не отдадите никому. Вы его не будете выпускать из рук. Ведь это незабываемые ощущения. Нежный, воздушный, но при этом сохраняющий свою первозданную мягкость с обеих сторон. И вы видели наш эксперимент с овечьей шерстью, поэтому берите несколько. К тому же этот плед еще и не линяет. Вы видели, как мы его заварили при температуре 100 градусов, я сама удивилась. А значит, это качество долговечно. Вы лишены необходимости все время искать что-то новое. Этот плед останется с вами надолго. Плед выдержит 365 стирок. Без потери качества. Стирайте хоть каждый день, стирайте хоть в кипятке, ничего не происходит. Расчесывайте расческой, ну то есть не боится, например, когтей животных. Ворс остается первозданным, и красивые цвета полутораспальный, двуспальный и евро.